Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Рафаэль Санти. Преображение. 1518-1520 годы. Дерево масла. 405 на 278. Данную алтарную картину Рафаэль писал по заказу кардинала Джулио Медичи, который был назначен архиепископом Нарбонским для городского кафедрального собора, но закончить ее не успел, поэтому его кисти принадлежит только основная, главная сцена – Христос и апостолы Петр, Иаков и Иоанн на горе Фавор. Евангелие повествует, как Христос возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лица его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Художник тонко передал и свет, который исходит от Христа, и ощущение, что он поднимается ввысь, и ошеломление ослепленных этим видением апостолов. В нижней части картины, которую заканчивали ученики Рафаэля, Джулио Романо и Франческо Пенни, все погружено в полумрак. Здесь представлено исцеление апостолами бесноватого мальчика, и резкая светотень, патетичные позы и жесты теснящихся персонажей оказываются противопоставленными сцене вверху, изображенной светло и ясно. Рафаэль умер молодым в то время, когда работал над этим произведением, и в день похорон оно было помещено у его изголовья. Вот такое описание к работе Рафаэля Санти. Работа называется «Преображение», около 1520 года, «Дерево масла». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.